Добрый день, Виталий, компания Boston Technic. Вашему вниманию представляю вот такой вот исключительный комбайн S690 John Deere. В отличнейшем состоянии, все фотографии приложил. Резина, все ремни. Да что тут говорить, Mercedes автомобильного класса. Все пролез, все посмотрел. Ну, как новый до сих пор. Хотя он и 2008 года. Значит, не удалось что сделать? Не удалось запечатлеть запуск. Только потому, что комбайны находятся на зимовке. Вот я сейчас отхожу специально, чтобы показать вот эту 9-метровую жатку, которая идет в комплекте. Значит, завести не смог только потому, что комбайны находятся на зимовке. Аккумуляторов в них нет. И аккумулятор находится совершенно на другой базе. Поэтому ну, сегодня не смогли. Абсолютно в рабочем состоянии. Моточасы укажу. Со слов механика. Все работало, работает и будет работать. Потому что они вообще в отличнейшем состоянии. Да, то есть вот аккумуляторы, говорит, любого человека привозишь, аккумулятор ставим, заводим, говорит, тут же. С полпинка. Вот, ну, пока что поверю на слово, только потому что ее не засняли. Пролез все зубья. Ну, там, из всех пару-тройку штук, да, я увидел, которые там можно, в принципе, заменить. Все остальное вообще четкое, целое. Так что обращайтесь за покупкой. Вот такой вот 540-сильный John Deere в придачу. Вот с такой замечательной 9-метровой жаткой.